Ты знаешь, где работает твой папа? В «Газпроме». Такая большая организация. А расскажи мне, пожалуйста, про папину работу. Это такое большое бело-синее здание, прям как наш дом. Он работает по компьютерам, там печатают всякие бумажки. Там такой коридорчик, где в каждой там есть дверь, и в каждом кабинете там такие маленькие, мне кажется, где работает каждый этот работник «Газпрома». А чем они там занимаются? Ну, работают по компьютерам, бывает, кто-то варит там. А что там самое главное? Трубы. А что идет по трубам? Газ. Куда он поступает? В дома. Чтобы в доме тепло было.